Выставка «Экспо» отныне притягивает не только новаторов, но и тех, кто любит вкусно поесть. Специально для них своими шедеврами блеснули рестораторы. Сразу 14 кухонь мира представили свои кулинарные изыски. Заглянула в рестораны моя коллега Гульнара Хасан. Buongiorno signori, benvenuti nel nostro ristorante, la Ciociara Ristra, Italian Restaurant in Expo Astana. Запах ароматной пиццы, неповторимый вкус традиционной пасты и учтивое «Бон аппетито». Дух Италии начинается именно с кухни, говорит Марио. Вот уже 60 лет он создает кулинарные шедевры. Его изысканные блюда пробовали жители Америки, Рио-де-Жанейро, посетители Экспо в Корее, Китае, Милане. На сей раз их оценят в Астане. Мы готовим спагетти, пиццу, различные виды настоящей итальянской пасты. Весь персонал итальянцы, и продукты мы тоже привозим из Италии. Вообще в каждом регионе Италии своя особая рецептура. Я всегда спрашиваю гостей, какую пасту, пиццу или ризотто они предпочитают. Из Милана, Реджо Калабрио или из Сицилии. Главное правило повара – делать гостей счастливыми, говорит Марио. Он лично интересуется, понравилось ли блюдо, и разъясняет особенности очередного кулинарного чуда. Вообще-то мы не знали, что здесь готовит самый лучший повар Италии, но это очень приятный сюрприз для нас. Экспо дает огромнейшие возможности, чтобы прикоснуться вообще к различным культурам, а к кухне тем более, потому что здесь представлен огромнейший ассортимент различных ресторанов, различных баров. То есть можно попробовать, зайти попробовать везде и почувствовать именно истинный вкус именно той кухни, куда вы зайдете. А зайти есть куда. На выставке «Экспо» представлены кухни 14 стран мира. Тут и китайская, европейская, русская, американская, чешская и иранская кухни. И даже такие для нас экзотические, как пакистанская, ангольская, иорданская, малайская и афганская. Богатый ассортимент представила и казахская национальная кухня. У нас три вида бишбармака. Да, есть у нас каспий, это из рыбы, то, что делается у нас на Западе. И два вида, это которые мы делаем здесь. Есть чисто северный, это конина чистая. И есть, конечно, более южная, там, где конину смешивают с бараниной. Также мы готовим здесь курдаки, делаем блюда из ягненка, молочная продукция вся есть, сладости наши национальные. Иностранцам казахская кухня пришлась по вкусу, говорит ресторатор. И тут свои предпочтения. Азиаты чаще заказывают манты, европейцы – курдак, а вот американцы – мясо по-казахски. Всего на территории выставки действует 25 ресторанов и 33 киоска. Для иностранцев никаких льгот абсолютно нет, все работают в равных условиях. Более того, если приходит иностранный инвестор, он обязан организовать юридическое лицо здесь, в Казахстане, которое будет платить налоги в полном объеме. Ввиду того, что объем их инвестиций был велик, и мы понимали, что за 3 месяца они просто не смогут вернуть те деньги, которые вложили, со всеми договорами мы заключили на 5 лет. Организаторы уверяют, цены держатся на уровне среднегородских. Рестораторы заявляют, порции на троих, продукты самые свежие, поэтому и цена за блюдо кажется дороже. Гульнара Хасан, Бахтияр Заев, Хабар 24, Астана.